Сегодня у нас на заправке Kia Kauris, вот такой представительский машин. Еще пара. Здесь у меня горы все выше и выше. Дорогу вообще перерыли. Тут снова прошел экскаватор. Это он V8, 5-литровый. Сейчас закопает у меня опять здесь. Subaru Forester. Две нормы залито. Китайский, но выглядит серьезно. Даже трещоточки есть, смотри. Нет. Нет? Ну еще прям не доводилось прям что-то крутить, прям жестко. Все размеры, но этих маленько трещоток основных. 10, 12, 19, 17 нету. Эти есть. Почем брал? На мегамаркете, короче, со всеми скидками, 2500. 2500? Да ты чё? Ну сырой, наверное, блин. Не, ну он стоил что-то около 8. Ну, ты пробовал что-нибудь кинуть ими, такой серьезно? Такой серьезно, нет, конечно. Ну так, для мелкого разбора, да, пойдет. Да. Так, трещат, по крайней мере. Там вот эти вот баллы, бонусы все. Что у него за подъемник такой интересный? Какая красивая дыра в облаках. Ты куда собрался? На Марс? НАСА? Ну да, разбирать. Понятно. Фига костюм у тебя. Так и залить еще. Да. Все остальное заправить, что будет стоить? 3000 рублей. Второй мотор в багажнике. Блять. Машина Геббельса. Так компрессор проверяется, ребят. Вот это сжимается и проверяется на герметичность. Крутишь его, завал, а эту лапой зажимаешь, должен всасывать. Сейчас мы будем вот эту колодочку переставлять туда. Вот так вот, таким длинным ключом ее можно открутить, как с того мотора. А тучи все ближе и ближе. Человек с Марса лежит под капотом. Вот зачем ему костюм. Хорошо, когда запасной мотор в багажнике. Снимаем прокладочку. Вот нам вот эту резиночку и надо. Ну и всю крышку. Там она порвана. Сейчас мы будем ставить туда вместо той, которая травит. Это у нас Сузукан. Точно с Марса. Он перешел теперь на эту машину. Здесь решил покрутить. Точнее, я ее попросил. А мы пока заправляем его Volkswagen. Я с этими пацанами работал. А, нет, это семерка. Он тот, да, не тот подлазил. Не так подлазил. Карданом, да. Так и подлазил. Huawei Watch GT2, да? Да. Я понял, такая вот. Угу. Все понял. О. Снова едет этот враг, который мне здесь все раскапывает. Только закопал здесь дорожку. Сейчас он ее раскопает снова. Две машинки на заправке, Kia Chevrolet. Здесь у нас Приора на стапеле ремонтируется. Сейчас с той стороны сниму. Здесь у нас яма своеобразная. Если дойти здесь по лунному пейзажу, вот этому, мы как раз сюда и придем. Так вот сделали здесь насыпную яму. Теперь меняем трубки. Среди вот этой разрухи. Красавчика, это вот хуже было. Спасибо. То я тут махал полчаса, закидывал эту лужу. Ни хера тут плита лежала, кажется. Ништяк. Спасибо. Тут с Приорой не можем разобраться никак. Что, не лезет конец, да? Он большой. Ну, мне тоже так кажется. Но этот подошел единственный. Частично соберем, а один конец нам придется перепаивать. Субарист матерится под Приорой. То есть Приора хуже. Ничего не попадает, говорит. Вроде получилось собрать, накачиваем. Накачали, проверяем. Так, заправили бусик. Переварил ему, переварил вот этот наконечник. Японский приварил. А, вот замена резинок. Тебе надо, да? Вот здесь трубку варим. Камрин заправил. Да, там 15 атмосфер, не бойтесь. Подожди, чуть-чуть. Подожди, пусть пустит, а то это пальцы тебе оторвет.
Это запаяло с первого раза. Странно. Вчера так уже паяли с Димой. Вообще нихера не запаялось, видимо. Вчерашний карбоклинер с фиалками, сука, мешал. Сейчас без всякого обезжиривания с первого раза все запаялось. Тут у нас вместо приора сегодня еще в Нексе, да, или Шевролет. Шевролет. Да. Что там у него со штекером здесь, вот с этим, на компрессор, который... Воля, идет. Вытащил его. Ну и что, он грязный? Нет? Да, хер знает. Ну, может... один, по-моему, грязный был, да? Да. Ну, может... внутри что там, загляни. Сам штекер-то. Отсюда я его вообще не вижу. Не хочет кондёр работать у него. Компрессор, то есть. Так, здесь у нас замена резинок опять идет. Ниссан, Дима приехал на меня. Тут тоже. Поставил сюда новенькую, красивую. Процесс идет. В Ролете разобрались, нижний штекер не контачил на компрессоре. Экскаватор разобрал. Вот такой участок. Мы пока на пятачке, нас не трогают. Крадутся низкие точилы. Потихоньку, медленно. Офигеть. Вот это повыше уже. Еще на заварке колесо пробуксовывает, смотрите. Кроун это, красавчик вообще, смотрите. Диски огонь. Супер. Из-за технических условий нашего СТО ему пришлось снять нижнюю губу, чтобы доехать сюда. Свап делал. Все, поменял? Нет? Да. До этого какой мотор у тебя стоял? Турбач. Турбач сейчас. Сейчас 2GZ. 2GZ. Клапан, вон он. Вон. Владельцы Mark II должны страдать. Чайник. Чайник, то есть. Опять разрушитель приехал, блядь. Дима думает, что он сможет. Смогу, наверное. Это самая трудная задача сейчас будет вообще. Ну да, там синий, да, синий. Я не знаю, отсюда сбоку как-то, наверное, такая. Вот отсюда, откуда-то отсюда. Жопа. После свапа надо сначала на герметичность проверить. Не, ну кроун красавчик вообще. Жопастый такой. Дмитрий смог. О, вот это кроун заехал. Держит? Держит. 3000 заправка. Гарантия на лето. Угу. Так, тут эти две на проверку. Toyota говорит, что-то не очень холодно. Смотрите, сот нету на радиаторе. Балайка. Сегодня воскресенье, на улице тридцатник. Мужик лежит. Сегодня вот так у нас. Toyota Crown, заправка с завещением. Заводите. Включайте кондиционер на полную. 80 грамм у нас на продувку ушло. Мотор у него V6, 3,5 литра, 315 лошадиных сил, всего слов. Поехали. Включаем кондиционер. Все, муфта у него внутренняя, видите, как плавно включился. Можно заглянуть в салон? Да. Оба. Вот так вот. Цену озвучивать не буду. А год какой? 13. Вот тяжко вообще. Приборы очень четкие такие, прям крупные. Салон сзади вот такой. Дай, строчка, кожа. Подержи 200 обороты. Колеса такие. Нормально, нормально, нормально. Пол пачки сигаретной. В натуре пол пачки. А сейчас потихоньку. Потихоньку, потихоньку. Все четко. Нормально, нормально, братан. Давай, 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 не бойся. Сейчас вторую яму будем проезжать. Здесь потихоньку скажи. Потихоньку, потихоньку. Говори, говори ему. Стоп, стоп. Давай, нормально, давай. Нормально. Говори, говори. Ты сам говори. Давай, оп, давай, давай. Черк давай. Есть. Она прошла. Ну, красавица. Красавица.
заводим корабль из бухты, выводим, то есть машина для асфальта. Здесь надо вот на такой вот. В Японии там нет. В Японии вот такого нет.